Реконструкция эстакады на 26-м километре Можайского шоссе продолжается. Уже сейчас здесь установлены водоотводные лотки. Также в этом году будет заменена опорная часть, сделаны ограждения, освещение, отремонтирована проезжая часть и подходы. Совсем скоро это позволит открыть автомобильное движение по обновленной эстакаде. Бетонная поверхность подготавливается под устройство гидроизоляции. И плюс производятся работы по устройству консольной части тротуара. В частности, сегодня планируем первые три пролета залить бетонной смесью. Работы на этом участке дороги начались в июле и идут согласно графику, отметил Андрей Иванов. В планах на следующий год реконструкция подмостовой зоны, а также работы по балкам пролетного строения и опорам. Кроме того, здесь обновляют и дорожное полотно. У нас произведен ремонт участка Можайского шоссе, протяженность 1 километр 160 метров. Примерно 24 тысячи квадратных метров асфальта было уложено нового. Значит, в данном месте у нас применялся так называемый новый евроасфальт А16ВН, значит, с улучшенными характеристиками. Этот год у нас переходный, экспериментальный, будем так говорить. Это первый год, когда у нас новый тип асфальтов эти применяются. Капитальный ремонт на 26-м километре Можайского шоссе ведется в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Полностью реконструкция эстакады завершится в третьем квартале 2023 года. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».